Рубеж или кого она? Да рубеж у нас всегда спавн, рубеж. Да, рождаем, да? Да, все, возрождаемся, двигаем. Ребята, наводите, пожалуйста, Катюши, ну то есть ближе дальше. АВХ, мы возрождаемся на точке появления и ждем, да, когда даст команду на движение. Давай, Гарик, быстро возрождайся, 3-4 бери и возрождайся, пока не уехали все. А, чё? Понял. Респ, рубеж. Всем. Ванг, бери, Вань. Сколько снарядов? Нет. Подкалиберных не больше 10 этих самых. По дороге. Кто там укатил в поле? Дымовых не больше 5. Дымовых нету. Седьмой. Чё по полю ты едешь? По дороге, все, по дороге. Рубеж выбирай. Респ, рубеж. Рубеж. Танк спаун. Ребята, не тупите, рубеж. Быстро заходим, минимальный интерфейс рубаем и гоним. Мы так ни одного танка не проведем, если будем тупить. А камуфляж какой? Без разницы, блин, главное, чтобы рубеж, не танк спаун, правильно? Да. Короче, мы Юля сбили, двух Юлек, а... Истребители остались. Истребители у нас не осталось, не совсем? Один остался вот один. Один остался? Уже, по-моему, не один. Ни одного, став. Все, истребителей у нас больше нету. Да меня что, добили серьезно, они. Серьезно, что ли? Да. Ну, так худыми воевали. Били. Парни, кто... Воздух, там... воздух! Ну, хули воздух? На нас заходит. Надо было... Насыпную! Женя, ты фиг домой едешь? Да, у них, по-моему, без бомб нет ударной авиации. Но все равно он с пулемета покромсал БПМ. Так, ну, нам сейчас эту гребаную засаду надо уничтожить, потому что иначе еще все поговорим. Что? Они, скорее всего, выдвинутся навстречу, поэтому смотрим в оба все. Да, заходит. Как, еще одна засада, что ли? Кто дымы, же самое. Включил, блин, дымы нельзя у нас включать. Ну это ихняя авиация. Да, я понимаю, что ихняя. А те, кого я двоих забрал, это что? Добавляются их правила для всех одинаковые. Еще раз напоминаю, при наземной атаке не надо колонну сохранять, можно рассредотачиваться, в боевой порядок и вести бой полноценно. Че вы там затупили-то? А при воздушном? При воздушном рассыпную тоже можно. То есть по дороге не обязательно ехать? Не, нет, самолет при атаке можно рассредотачиваться. Прямо. Спереди, парни, вдоль заходит. Парни, воздуха меньше, смотрите, у них не осталось ударных самолетов, я так понял. Перезарядиться бомбу взять, они не успели. Истребители одни у них. Давайте с пушки, на шум убивал. Смотрите, нам сейчас главная задача этих самых убить. Вы своими выстрелами только палитесь, честно говоря. Да нас так воспалили давно. Всем привет. 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 Уже закончили, что ли? Да. Нет, еще. Первый бой идет. Нас еще не всех закончили. Понятно. Антон, вопрос. Да. Вот я уничтожил два базика, еще два что ли могут появиться? Нет, у них подрождений нету атакующих, так вот. Все. У них две единицы осталось. А, просто техника какая-то. На Шорн был. Где на Шорн? Да нет. Нет, был. Я понял. Смотрим во все стороны. Авиация атакует. Самолет сверху нас, Катюша. Авиация без бомб, забейте на нее, все, не отвлекайтесь. Да это на Катюше, мне это забыл. Ну че? Катюша с курсового спилит. Что он, по-моему, и делал. А он по 3-4 заходит, он оригинальный. Так, внимание, горю, откуда-то огонь. Это даже не понял. Заходил, по-моему, нет? Нет. Где-то на слева. 320 примерно. По копии прям, что ли? На Шорн? Да. Да, трассы на Шорн. Обойти можно? Понял. Можно, блин. Такуем его. Едем, все. Наводите Катюшу, ближе дальше. Включи его. Готов, по-моему, готов. Да. Стоп. Снял, красавчик. Возвращайся на дорогу. Я гляну, может там еще что-нибудь есть. У меня еще снаряд есть. Он не самолет заходит? Нормально. Так, нужно пропустить те структуры, которые есть, потому что Катюша в голове ехать не так сидит. Мам, иди сзади, ты без снарядов. Тем более, да, еще без снарядов, я только что забрал маспорт. У них наземки не осталось. У них только самолеты остались, три самолета. Так, я снизу. Заходит мессер.
выхожу с дороги. Молец заходит. Кинул, сука. Ребята, теперь давайте быстро, быстро, полный газ до вышек. Кто сейчас? Кто там едет на дорогу, возвращайся. Кто мне дороги? Короче, рубеж. Антон, а нам что, к вам? Да нет, мы же решили не трогать четвертый. Все, окей. Антон, Гарика там, запиши на Т-34. Да. Тропу. Одна хату ждать в этой комнате. Катюшка. Я сижу здесь, да. Не, убитому ждать тут? Да. Как, так как у них техники нет, я газую, короче, на все деньги. Газуем. Одна Катюша в колонии, блядь. А самолеты больше не вылетят наши, да? Наши нет. Нету больше. Техники, да. Че, самолеты вот. Все потеряли? Совсем да. Все четыре. Любители, да. Че же вы там? Так, я жду следующие колонны туда уже. Да, я тоже залезкался, я на зенитке, потому что точно они прилетят потом на штуку. А, респаться надо сразу? Сразу респишься, стоишь на респе. Респ рубеж. Катюшу брать? Катюшенька? Не, подожди. Да, бери Катюшу. Есть. Ну не столько не леет. Ребята, как только последний оставшийся покинет через вышки. Пробили вы его, отлично. У него движок пробит. Ребята, как только последний покинет вышки, сразу респится, докладывает и все двигаются заново. Да. Времени в обрез у нас осталось. Ну, кажется, принципе, отлетался мессор. 50 минут. А надо еще техники провести, херу в гору. Этот Виллис возьми с пулемета крупнокалиберным, справа стоит. Я думаю, там не очень крупнокалиберный. Нет, там Браунинг 12,7. Ну, лучше, чем... Ну да, лучше, чем ДШК. Ну да, и лучше, чем ДШК. Вы там это, только в Катюшу не врежьтесь. Да, она у меня и так на этих, на соплях. Нет, куда эти, кто там едет в колонии? Где вы есть? Ой, вам еще пилить, ё-моё. Я даю метку примерно, где вышки. Так, больше налетов не будет? Вот, смотрите. Вот здесь. Сейчас будете проезжать. Еще будет сейчас слева будут вышки, но далеко от дороги. Это не то. Вам надо по дороге ехать и куда не сворачивать. Увидите вышки перед собой. Они там, вниз видели, да, как в прошлый раз? Ну... Да. Короче, сейчас авиация уходит на перезарядку, поэтому быстро, все, кто остался, газуйте на полных газах, быстрее. Ждем вас. Будем ехать еще минут 7-8. Седьмой на дорогу. А у них юнкерсы еще, да, есть? Да они пока сейчас, 5 минут у них отсидка, потом они пока долетят, то есть время есть, в принципе. Потом берем 2 ДШК. В смысле, я еще кто-нибудь, я уже взял один. Потому что будут штуки у нас утюжить. Так, я отошел, у меня перекур. Ну, накрыло, конечно, на сформ знатно. В прошлом бою это на сформ генерал Сторф, конечно, всех пошел бы хорошо. Мстя им пришла. Там хорошо стояли от военов. Сейчас близко просто подошел совсем. Да. Я прям его почти не нагибаю, не поднимаю. Дал ему залп полностью. Зато красиво получилось. Да. Наверное, у него там были незабываемые впечатления. Чё-то Катюша перестала ехать. Женя, у тебя какой номер? 24. Пазик исчез, респанулся. А ехать можешь только по дороге, да? Да. Они не могут респиться. У них респа только два человека, это скорее всего авиация. Это оба авиации, это оба летчики. А чтобы колонну достать, срезать нельзя бы? Нет. Там просто в поле гаишники стоят, тормозные. А мины лежат. Лежачие менты. Ну как их выстрелить? Здесь война, здесь менты на танках будут, как минимум. На тигра. Там партизаны. Сами партизаны уже. Партизаны у нас союзники, так что не надо тут. Что ты четверка под номером 03-то? Ну,
это я. А что? Не качанное, что ли? Топовое. Что он тебя догнал? Не знаю. Вот, наверное, мало каши ел сегодня. Толяра! Догоняю. Бензин, наверное, не тот. Наверное. Наверное, потому что бензин там, поэтому не едет. Сейчас поедет. Может, у меня боекомплекта слишком много. Тяжелый. О, подбежали. Да. У меня что-то Катюша перестала ехать. Боекомплект исчез, а скорость не прибавилась. Скорее даже уменьшилась. Мехвод толстый, значит. По грунтовке на колесах как ехать? Да не, ну она изначально ехала нормально по грунтовке, ну когда только ехали. А теперь у меня закончился боекомплект, отломалось крыло и стало медленнее. Вроде бы масса уменьшилась. Так. Колонну, ну знаете, как войны-то водили? Часть основная-то, кстати, отставала специально. Я не думаю, что Катюша на ходу в боевом положении ходили. Это была вообще самая секретная фигня, которая могла ездить по колоннам, так что она так-то на передовых, на фронте, так бы и не ездила в колонне, ну что могли и перехватить. Это все факт. Сука, просрали засаду, блядь. Ну, это фан-ивенты. Не всегда те, кто в обороне, они лучше стреляют. Ну, потому что да. Организовать толпу сложно, а организовать толпу, которая не сыграна, еще сложнее. А это фан-ивенты. Не знаю, красные пары проигрывали, что за атаку, что за проигрыш. Ой, что за атаку, что за оборону. Так, ребята, метку кто в колонии. Ну я явно предпоследний еду, а тот, кто последний, прям за мной. Давайте, давайте, жмите на полный газа. Ты что, тот, кто последний, ты ему не даешь проехать, как это? А нефиг в колонии нельзя обгонять. А вы ха, чё, я их меток не вижу? Я уже двоих обогнал. Каких меток? Я не знаю, баг какой-то, наверное. А, вот сейчас появилось, да. Ты все равно не сможешь новую взять, пока я не доеду, так что какая разница. Серберус такой быстрый. Не, мы стоим, ждем. А ты одним колесом попробуй по траве. Так, ну, а второй раз мы потеряли 2 единицы, 3, да? 2. Почему трое на респе? По-моему, 2-3-4 и одну Катюшу потеряли. Да, один на Катюшу смотрю, 1-3-4 стоит. Давайте полный газ жмите. У них 3 самолета и Соловьев явно отреспался. Так что сейчас будут 2 штуки и мессерс, ну фокус в смысле, скорее всего, ну или мессерс с бомбой. Сколько у нас времени осталось? Минут 3. Хотя пока влетят. Для миссии. Ну, 1:15. Сколько? 45 минут еще. По чату во втором выходе у нас 2-3-4 и одна Катюша убита. Первый раз мы, конечно, подступили вообще. Лоханулись. О, упал! 109-й упал! Ну это тот, у которого движок выбили, значит. Это он только сел, ребят. Он, ребята, мог сесть на аэродром. А, да. Так что рано радоваться. Если он не долетел, то тогда да. Теперь разведки. Сейчас посмотрим, отреспится или нет. Партизаны исказили информацию. Но у него парашютик сразу. Рисовался, ну, возможно, он перезаходит на другой, ждет 5 минут. Вот через 5 минут узнаем, отреспится или нет. Можно считать сбитие, но он самолет при этом целый будет. А вы как, когда, кстати, вы помнишь, самолеты возвращались на свою территорию, не считали за сбитые? Ну, здесь у нас линии фронта нет, поэтому только до фильда тянем. Ну, вообще, как бы, если упал, то большая радость. Не толкай там, а то я Катюшку раздавлю. Ты ее объедь. Да какая разница, все равно пока все не доедут, нет. Смысл там гонять. Лучше поохраняем ее. Парни, давайте, нам еще надо проехать успеть 2 раза. Тарань ее в куведы дальше поедет. Не хочешь обгони, неси вперед, а я лучше Катюшу поохраняю. Хоть как-то постреляю по самолетам, если что-то. Да они должны успеть. Воздух, колонна, внимание. Да ладно. Слева, азимут. Справа. Азимут. Заход вдоль. Спереди.
без подвесов вместе. Заход на конец колонны пошел. Охо, хорош. Охо, подбили как. Он уже и косой. Второй. Да. Сдох. Вижу ворота. Нет. Второй заходит. Второй так же. Кинул. Бомба! Стой! Третий! А, это тоже, блядь, подбитый, да еще гасит вас. Ого, он упал. Варя, красавчик. Главным калибром? Да я не помню. Метку, колонна, метку. С перепуга не понял. Да я вам он никого не убил и упал. Вы уже почти... Катюша сбежала. Ворота вижу. Уже скоро даже проходить. Катюша, короче, увернулась как-то. Я не сбежал, и так и командир, стыдно. Если они на следующую колонию не будут, может, взять все Катюши провести? Надо между ворот проехать? Надо понять, сколько у них осталось воздуха. Зашел еще движок, слышу. Слева. Сзади. Был. Шел кверху, правильно. Так у них по идее один остался. Да, у них один остался, Соловьев-то был. Он переваливается, сейчас будет. Я не понял, а как он с байкер сбил самолет? Он на чем был? На самолете, на штуке? Так это догнало то, что он тогда подбил. Да, было. Еще раз сейчас будет, сзади заход будет сейчас. Ребят, кроме Катюши, он никому не опасен. Ребят, прикрывайте. Так мы знаем. Да и я и пытаюсь прикрыть. А он ее и мочит, гад. И давай возле Катюши поедем. Да я и еду возле Катюши. Так надо справа, слева от нее ехать. Что сзади-то за ней ехать? Да не, лучше слева не надо, я же буду отходить, уворачиваться. Ой, да, я боюсь, мы только и маневр заблокируем. Все, выкину, появляйся также на рубеже. АВХ, может здесь сейчас Катюш провести, а не 3-4? Нам и 3-4, и Катюши нужны. От Катюш толку мало будет. Нет, они нужны будут, толк будет. Провести по колёске. Сейчас атаковать будет. Так, одна Катюша есть уже. Давайте еще две Катюши. Она как бы еще не есть, она еще едет. Она вот уже стоит, в смысле. А, я понял. Давайте на этой колонне, если слезка улетит, проведем. А ну возьми меня на 23-й, возьми на... Трос. Не, он уходит. Он уходит, кажется. Давайте. БК, видимо, расстрелял. Уходит. Ушел он. 23-й, возьми на трос. Куда-то упер. А то у меня еще колеса прострелили. Так, опять брать? Стреляй. 3-4. Да, 3-4 бери. Но сейчас ничего не закрашиваем. Техника сохранилась, правильно? Да, все целые, ничего не закрашивают. Зероном вроде бы выкладывает. Наруто пиши, да. Антон. Ну записывай. Блин, Гарик, ну ты сам что, не можешь записать? Ну, хорошо, сейчас запишу. Обязательно, если технику берете, записывайте, то сложно будет посчитать. А тут нарезки нас не могут атаковать? Могут. Блин. Ну тут кто нас сейчас может? Мессер ушел, единственный у них остался кто-то Мессер. Он ушел, да. Давайте в темпе ушел. Погнали. А чё, если забить? Ну вот тут я крайний. Слышу, говорю? Да. Два раза надо записать. А, не, один раз. Всё, вижу себя. Вижу. Записывайся, сколько раз берешь технику, столько раз записываешься. Зеленым отмечать, что прибыл? Не надо. Вот только потерянную красным заливаем. Это хорошо, что остались с Катюшей. Явно мы нервировали их. Не, ну Катюша защитила. А защитили, короче, вдвоем Катюши. Так. Все, доехали все? Почти. Да. Давайте, шустрей. Время капец. На все 10 метров. Нам надо успеть два раза проехать. Помеж ворота, да, надо проехать? Да, между вышками. Давай. Немного осталось. Катюша, конечно, в плачевном состоянии. Пофиг. Да, нормально. Минус редуктор, минус рельс. Так, ребята, еще надо пару Катюш взять. Кто был на Катюше, берет опять Катюшу. И кто-нибудь еще есть, кто сейчас. Да, бери, мало, скажи Катюшу. Все, колонна доехала.